Между тем, огромные очереди за дешевым сахаром собирают социальные магазины Тараза. Это в городе, где этот продукт производится. Купить сладкий песок в соцмагазине жители могут только по расписанию 3 раза в неделю. В другие дни сахара там попросту нет. Как только он заканчивается, вместе с ним исчезают и очереди. Наш корреспондент Анастасия Сулейманова о том, какие меры предпринимаются, чтобы избавить соцмагазины от постоянного штурма. Очереди за сахаром в городе, где этот самый продукт производят, один из парадоксов нашего времени. В регионе действуют целых 2 завода – Тарасский и Меркенский. А на полках в соцмагазинах пусто. Застать сладкий продукт по удешевленной цене там можно только по определенным дням. Огромная очередь, постоянная, когда за сахар завозят. И невозможно зайти. Приходим сюда с детьми, потому что здесь продают дешевый сахар. Приходится стоять в длинных очередях, так как в другом месте он дорогой. Там необходимо снизить цены. В соцмагазинах сахар продают в среднем на 40% дешевле, чем в других торговых точках. Из-за этого у нас большая очередь, ругается. Но по 1 килограмму мы стараемся, чтобы всем хватило, чтобы все успели взять. Каждый завоз нам 500-600 килограммов сахара завозят. Ну, некоторые хотят больше взять. Сейчас вот скоро варенье, они хотят по 3, по 4, в окружную приходят. Ну, конечно, говорим то, что нельзя, чтобы всем хватило. Сахар по 250 тенге за килограмм в социальные магазины привозят только 3 раза в неделю. Да и то сладкий продукт раскупают всего за несколько часов. В итоге к обеду он уже исчезает с полок. Еженедельно в 17 социальных магазинов завозят около 18 тонн сахара. Лимит на продажу 1 килограмм в одни руки ввели вынужденно, чтобы избежать спекуляции, говорят сотрудники социально-предпринимательской корпорации. В ближайшее время завозить сахар планируют чаще. Те же форвардные закупки, те же заявки есть на сахар, около 1000 тонн. По этим заявкам, если у нас будет пополнение, мы, в принципе, будем отрабатывать вопрос от поставки почаще. Закупаем мы, конечно, по высокой цене, но так как это социально значимые магазины, мы и там продаем с убытком. Закупается в пределах 290 тенге, вот около 40 тенге мы ищем на убытке. Чтобы избавиться от больших очередей за сахаром в социальные магазины, нужно снизить его стоимость в других торговых точках, отметили в СПК. По словам специалистов свекловодческой отрасли, урегулировать цену удастся лишь при достаточном объеме сладкого песка. Для этого необходимо наращивать посевные площади сахарной свеклы и создавать фермерам условия для работы. Сейчас Жамбылская область обеспечивает себя сладким продуктом только на 10%. В запасе стабфонда имеется 380 тонн сахара по удешевленной цене. Анастасия Сулейманова, Тимур Силханов, Руслан Хатила, Тарас. Итоги дня.